В северо-восточном комплексном НИИ ДВОРАН прошло заседание ученых. Во встрече приняли участие преподаватели, доктора наук СВГУ и СВКНИИ. Главным событием стало подписание соглашения о создании экономического консорциума по международным исследованиям и развитию территории Дальневосточного федерального округа. Соглашение подписывается вместе с представителями Института экономических исследований ДВОРАН, правительства Магаданской области. И, безусловно, это очень важное событие как для нашего университета, Северо-Восточного государственного университета, так и для территории Магаданской области, так и для науки, которая существует, развивается в нашем регионе. Встречу с учеными-геологами провел Павел Минакир, советский и российский экономист, академик РАН. Он рассказал об историческом формировании научных коллабораций. Они создавались еще при Советском Союзе. Вот к концу уже 80-х годов, а в 90-х вообще все это было просто в пыль обращено, получилось так, что кроме лаборатории экономики Северо-Восточного комплексного института и долгое время существовала еще лаборатория социально-экономической географии в ТИГИ во Владивостоке. Но это все-таки была больше география, чем экономика. Магаданские специалисты отметили, что подписание соглашения с представителями Хабаровского института экономических исследований ДВОРАН важно для развития Дальнего Востока. Это позволит улучшить его экономику и территорию. То движение, которое сейчас образовалось, для нас очень важно, потому что может быть вместе с вами, и мы, конечно, очень на это рассчитываем. Помимо просто взаимодействия, мы, конечно, хотели бы иметь серьезную исследовательскую программу, в которую хотели бы войти и в приоритете 2030. В результате подписания документа СВГУ и СВКНИИ вместе с Институтом экономических исследований ДВОРАН объединят свои условия и научный потенциал в новых научных проектах по развитию территории Дальнего Востока.